Школа охотничьего мастерства Дмитрия Мельника предлагает новый духовой манок «Доминатор» на белолобового гуся. Он изготовлен из акрила с логотипом «Skull Hunter» на корпусе. Или на кольце. Оригинальная звуковая часть проста в настройке и надежна в эксплуатации. Манок легко управляется и в совершенстве воспроизводит все звуки белолобого гуся-самца. Доминатор явно доминирует среди большого количества подобных изделий российского и зарубежного производства, в которых больше нет нужды. Достаточно одного манка. В соотношении цены и качества окажется достойным приобретением для многих охотников. Акустический репертуар белолобого гуся состоит из 14 сигналов, 4 из которых характерны только для самцов, 6 только для самок, и 4 схожих сигнала издают самки и самцы. Для гусей характерен высокий уровень звуковых реакций в различных формах социального поведения. Большинство сигналов гусей полифункциональны. То есть один сигнал может иметь несколько смысловых значений в зависимости от ситуации. Дистантный сигнал является обозначением себя. Перевести его можно «я здесь», и одновременно он является запросом «где вы?». Это призыв белолобого гуся используется птицами в воздухе и на земле. Сигнал самый распространенный. Дистантно. Контактный сигнал обозначает радость встречи, приветствие, запрос или одобрение посадки. По-другому это осада белолобого гуся. Контактный сигнал используется на земле во время отдыха, кормежки, общения между птицами, отдельных птиц с группами или между группами. В полете используется для сохранения дистанции между особями. Этот тихий сигнал характерен при спокойном поведении птиц. Ориентировочный сигнал издают настороженные птицы, служит для привлечения внимания стаи при появлении хищников, гусей, конкурентов, во время активного фуражирования или кормления, перемещений на земле. Начинаются эти сигналы с низов. Внимание. Это обозначает внимание. Три
тревожно. Оборонительные сигналы гусей подают при нападении хищников во время турнирных поединков из-за самок за территорию между отдельными птицами или группами птиц между собой. Интенсивность, тональность воспроизведения звуков напрямую зависит от конкретной ситуации. Исключительно звуки индивидуальны для каждой птицы. Низкие звуки присущи доминантным самцам. Тревожный сигнал издают птицы при экстремальной опасности. Эти звуки нередко возвращают уходящую стаю или отдельных птиц. Посмотрим реакцию моих цадых гусей на звуки доминатора. Лишнее.